Первое, с чего хочется всегда начать, это, конечно же, красивое постельное белье. Встречайте, постельный набор «Парадиз», что означает в переводе «рай». Итак, я уже понимаю, что в этом постельном наборе вы будете как в раю, потому что не только красиво, но по ощущениям тактильным невероятно. Вот как я люблю, Юль, я люблю натуральные ткани. Это вот здесь есть? Как раз это и есть твой любимый натуральный стопроцентный хлопок. Постельное белье «Парадиз». Это прочная перкаль и это 100% хлопок. Размерная линейка полутораспальный, двухспальный евро. И это полный комплект. То есть по цене, который вы видите на экране. Пододеяльник, простыня и две наволочки 70/70. Ну что ж, я вижу, что красота здесь не писаная. Вы только полюбуйтесь. Просто фото, портреты цветов. Цена 1799 рублей. Честно говоря, вообще практически ни о чем. Вы сейчас поймете, почему я так уверенно это заявляю. Потому что наш пододеяльник... Наш пододеяльник двусторонний. Вы получаете две спальни по одной цене. Очень красиво. Здесь у нас, да, цвета использованы одинаковые, но дизайн меняется. И спальня из вот букетов цветов превращается, вот посмотрите, здесь эффектная геометрия превращается в такой стиль барокко. Да, здесь добавлено, очень красиво. Да, здесь добавлен орнамент. Вот так вот. Хорошие люксовые комплекты найдешь всегда с изюминкой. В данном случае это двусторонний пододеяльник. Ну, и ты знаешь, мне очень нравится, что все-таки здесь хоть и нарядный принт, но внимание для женщин, кто, для кого важна обстановка, интерьер. Такие нежные краски, они все в бежеватых оттенках. То есть что получается, что абсолютно к любой мебели подойдет этот комплект? Совершенно верно. И более того, я тебе скажу, пастельная палитра цветов очень успокаивает, расслабляет перед сном. Хорошее постельное белье, качественное, исполняется в очень интересном формате. Так расписывают дорогой лакшери фарфор. То есть это нежный фарфоровый принт. Согласна с тобой. Слушай, а вот у меня вопрос. 1799 рублей. Плюс это хлопок. Да. Но это хлопок. Хлопок тоже бывает разный. Скажи, пожалуйста, вот степень прочности в данном комплекте. Все-таки, что такое перкаль, я знаю, но только от тебя слышала пару раз на название. А в чем, собственно, суть перкаля? Ну, если вы практичная хозяйка, перкаль точно ваше постельное белье. Почему? Так, потому что это постельное белье повышенного уровня износостойкости. Ага. Перкаль вообще среди всех плетений хлопка за счет специальной технологии соединения гладких волокон хлопка с специальным составом между собой обладает повышенным уровнем износа стойкости. Мы с тобой проверим. То есть, секундочку, это не просто красивый комплект, это еще и повышенная износа. Ой, что творится, что делать? Помогай. Скажи. Будем проверять на износостойкость. Надюша, наше постельное белье «Парадиз». Немножко позанимаемся с тобой фитнесом. Ну, ничего конечно. Страшного. В конце нам с тобой дня полезно. Самое то, да, потягать такую гирю. Но посмотрите, на что способен этот перкаль. Вот это да. В следующий раз буду знать, что вообще я люблю покупать один раз, но надолго. Значит, если это мой вариант, значит, нужно выбирать именно перкаль, да? 100% качество, прочнейший перкаль. Натуральный дышащий хлопок. Кто-то сомневается, вот кто перкаль не слышал, думает, боже мой, а вдруг синтетика добавлена? Да ой, мало ли. Не хотелось бы синтетики. Я люблю... О, натуральные ткани, сейчас проверим. Хлопок-то не горит. Вот давайте посмотрим. Хлопок – это дышащее полотно. Я вам как эксперт советую, если вы заботитесь о своем здоровье, выбирайте дышащий хлопок. Когда ткань дышит, вместе с вашей кожей идут правильно обменные процессы в организме. Фирично. На лето это идеально. Хлопок – всесезонный материал, Надюша. Так что «Парадиз» вы покупаете один раз и на все сезоны. Вы видите, как пар проступает через микромембранки на этой ткани. Поразительно дышащий, натуральный состав и название этому чуду перкаль. Друзья, именно перкаль отвечает, оказывается, за износ и стойкость. А для многих хозяек, которые делают покупки, ну, не так часто, но уж прям вот, если уж покупают, то что-то добротное, то я рекомендую, конечно же, обратить внимание на перкаль. Особенно, если вы планируете сделать подарок. Согласитесь, хочется, чтобы ваш подарок радовал ваших любимых людей еще очень долго. Поэтому, отправляясь на свадьбу, выбирайте комплект постельного белья из перкаля в качестве подарка. А я тебе, Надюша, расскажу, сколько именно будет радовать комплект «Парадиз» наших хозяюшек. Так. Именно 10-15 лет перкаль служит без потери качества. 60 градусов можно стирать комплект «Парадиз», и он не будет терять своего качества
вот все эти тысячи циклов стирки. Это единственный вид плетения хлопка, который выдерживает до 1000 циклов стирки, не дает усадки и не теряет яркости крас. Ну и пока ты здесь показываешь хлопок, хочу воспользоваться, вот посмотрите на проработку рисунка. Это же райская птичка, она залетела, запорхнула к нам в студию и щебечет. Комплект «Парадиз», как что переводится, на самом деле рай, то есть райская куща с райскими птичками. Райское постельное белье, позвольте себе уют и мягкость натурального хлопка. Вообще перкаль во всем мире считается бельем класса люкс. В Европе стелят комплекты такие только в самых высококлассных гостиницах. Да, согласна. Это я знаю, да, даже не понаслышке. Перкаль действительно считается одной из самых прочных тканей. И для постельного белья она еще сочетает в себе прочность и мягкость. Уют как хлопка. Как я обожаю хлопок, все-таки я предпочитаю считаю любому виду ткани именно хлопковое постельное белье. Вот этот микромассаж мне нравится. Все-таки волокна переплетены. И когда спишь, я люблю, когда тело ощущает, чем его накрывают. Не люблю скользкие виды постельного белья. Согласна. Как хорошо, когда дышит кожа вместе с постельным бельем. Как хорошо, когда впитывается влага. Мы до 600 миллилитров за сутки теряем, и большую часть потери влаги на ночь приходится. И это норма. То есть все потеют, и правильно, если вы не потеете, вот эта проблема. А вот именно ночью мы должны отдавать влагу, и это должен быть качественный комплект постельного белья. Комплект «Парадиз» 1799 рублей. И он ваш. Успейте заказать, поторопитесь. У нас есть пока все комплектации. Юль, помоги, какие комплекты в наличии? Эксклюзивный комплект постельного белья «Парадиз» представлен в трех размерах. Полутораспальный, двухспальный и евро. Наволочки размера российского, стандартного, классического. 70 на 70, их 2 штуки в комплекте. Это эксклюзивный рисунок. Это двусторонний пододеяльник. Две спальни по цене одной. Прочнейший перкаль, который служить будет вам до 15 лет. Вы только представьте хлопок, который просто переворачивает наше понимание о хлопке. Но, да, перкаль. Да, Юль, ты знаешь, я думаю, многие телезрители слушают и говорят, да, да, я хочу этот комплект постельного белья. Что же я должен сделать? Просто так, что сделать? Набирайте номер телефона, который вы видите на экране. Звонок бесплатный. Сейчас вы ничего не платите, а просто откладываете понравившийся лот. Итак, 1799 рублей за минимальную комплектацию. Односпальный комплект. У нас есть все другие комплектации в наличии. И это прекрасный подарок. Я хочу об этом сказать отдельно. Постельное белье «Парадиз» действительно достойный, изысканный, добротное постельное белье, которое на свадьбу не стыдно подарить. Да.